Начинается все вот с таких блоков обычных выставляется. То есть сначала я рисую, как все будет выглядеть. Потом мы решаем, сколько нужно для этого блоков по размерам. Выставляем. Потом намечается контур. И, соответственно, потом постепенно из квадрата получается уже. Ну, это, честно говоря, есть разные способы, конечно, кто как делает. Одни мастера предпочитают делать на земле кусками. Делают сначала, из каждого блока вырезают, потом склеивают на месте. Я предпочитаю, то есть, как, грубо говоря, как по камню работать. Конечно, это такая работа, которая приносит удовольствие. И сам процесс, и после, когда люди видят и радуются. Ну, практически идеальная работа, можно сказать.